Гонка Калевала 2014 перевалила за свой экватор. Половина дистанции позади. Впереди кульминация. Самый сложный этап ночной. Дистанция 105 километров. У каждого гонщика есть свои секреты, свои рецепты различных коктейлей, в напитков, в подкормке. Для того, чтобы собаки быстрее бежали, дольше бежали, лучше бежали. Экипаж отправляется к месту очередного старта. Подготовка упряжек, собак и оборудования и снова в путь. Роль первой скрипки на время отдадут фонарикам. Ведь если уходят на этап команды при свете дня, то финишировать будут далеко за полночь. Впрочем, многие каюры отмечают, ночью бежать легче, температура воздуха ниже. Привет. На этом этапе три чекпоинта. Первый проходит при световом дне, остальные достигают уже в сумерках. Но на этот раз многие предпочитают все же сделать остановку, покормить собак и перевести дух, прежде чем идти дальше. В условиях полной темноты гонщики идут большую часть маршрута, самого сложного, ночного. Ну а на финише мы им приготовили светлый прием. Теплый прием обеспечен со стороны маршала гонки Нильса Финсруда, ведь с начала первого старта он пока не дал каюрам ни одного штрафа. Маршал, вы добрый или злой? Я пытаюсь быть и добрым, и строгим. Строгим, но справедливым. Первым на свет в конце сложнейшего этапа пришел уже явный лидер в классе скиджоринг Петр Элистер из Чехии. На трассе за два дня может произойти все что угодно, но я попробую сохранить набранный темп. В упряжках бессменным лидером пока остается чех Радек Хаварда. С величием античной статуи он пересекает финишную черту. Очень тяжелый маршрут. Мы не знаем, как собаки будут завтра. Не знаем. Радек молодец, он очень быстро идет. Мне удалось догнать его, и мы шли вместе 40-50 километров. Но он все равно номер один. Самый важный итог ночного этапа. Несмотря на сложные погодные условия, несмотря на усталость, несмотря на то, что гонка набрала скоростные обороты, а сил все меньше, каюры дошли до финиша без потерь. А это значит, что решения, принятые организаторами на этапе подготовки, оказались верными. Здорово вообще. Герои Калевалы. Кто они? Гоголь-моголь по-каюровски. Рецепты собачьей кухни. Сила в красоте. Какие спа-процедуры предпочитают хаски? Узнай первым.